В Госдуму внесен законопроект, приравнивающий незарегистрированные браки к официальным, пишет ТАСС. Признаками фактических брачных отношений предлагают считать совместное проживание в течение 5 лет или в течение 2 лет и наличие общего ребенка. При этом на пару распространяются юридические права и обязанности супругов, предусмотренных семейным и гражданским законодательством. Киргизия приостановила поставки электроэнергии в Казахстан и в Узбекистан из-за морозов. 26 января информагентству «Регнум» об этом сообщил председатель правления Национального энергетического холдинга Айбек Калиев. Аномальные для республики температуры воздуха до минус 45 градусов ночью связаны с пришедшим антициклоном. Поставки энергии будут восстановлены, когда это позволят погодные условия. Путешественник из Челябинска Евгений Шаталов попал в Книгу рекордов Гиннесса, а также установил рекорды России и Европы, информируют хорошие новости. На внедорожниках вместе с единомышленниками он преодолел по целине 1000 километров от Норильска до Диксона, самого северного населенного пункта в мире. 7 отчаянных путешественников добрались до цели за 10 дней.